Хотя он близок к этому, ну и тут непозволительная роскошь на самом-то деле для кардио, но он отдал позицию, ой-ой-ой, и не понял то, что соперник прошел за красный. Это был такой бы яркий энтри-фраг для Нави. Симпл может еще сказать свое слово. Все под контролем Блэйма, Симпл выигрывает эту перестрелку, при этом остается красный. Ну, близкий перестрелок в Гостеле. Мы сегодня видим то, что, конечно, да, датчане уже приспособились к контролю этого игрока. Что ж, Эдвард, позиция 9, ситуация 4 в 4. На карте пока что полное затишье. Нам, в смысле, пытаются понять, куда же все-таки датчане будут формировать выход. Так, вот Кирбай уже нагнетает обстановку под верхним мунтом. Так, ну и есть закрытые позиции Нави. Это, кстати, огромный плюс, то, что красные игроки сейчас спрятались. Очень вот на перспективу может сыграть Денис Костин. Времени пустил Кирбай, тот допрыгался и девайс на размене, но не попадает. Тем не менее, Симп Никсон забирает Егора Васильева. Ситуация 3-2. Так, ну что ж, позиция Симпа, вот, наверное, ключевой момент этого противостояния. Ты видел? 19% у Саши, он уже один против троих. Он подмигнул, да, но, к сожалению, для него в этой ситуации сделать что-то